Доброе-доброе раннее утро, девочки мои любимые. Я приготовила тесто для пиццы и сейчас буду ее печь вместе с вами. Так, ребята, из чего же у нас будет состоять пицца? Пиццу я разделю на две части. Потому что я буду готовить пиццу на противне. Первая половина у меня будет с колбаской, а вторая половина у меня будет с мяском. Ну, тут фарш у меня. Добавлю грибочки обязательно, огурчик, помидорчик. Сейчас взобью пол помидорчика с майонезом, и это будет у меня как заправочка такая. Вот так вот, ребята, на блендере я взбила помидорчик. Теперь добавлю сюда майонез, перемешаю, и будет у нас соус. Перемешиваю уже просто ложечкой. Вместо помидора, конечно же, можно добавить томатную пасту или кетчуп смешать с майонезом. Одно и то же. Тесто наше я распределяю по противню руками, не раскатываю. Просто ложу в форму и начинаю потихонечку его разминать. И оно очень легко распределяется по любой форме, ребята. Берем нашу намазочку и распределяем по тесту. И сверху выкладываем нашу начиночку, любую, какая у вас есть, вот какую вы хотите. Может быть, вы хотите морепродукты, может, вы хотите еще что-то. Какая у вас есть начинка, то и выкладываем. Пол пиццы, ребята, с колбасой, как я и сказала, и пол пиццы с фаршем. Теперь сверху положу огурчики, немножечко грибочков и помидорчики. Выложили грибочки. Добавили огурчик, выложили помидорчик и сверху, ребята, натрем сыра. Отправляем нашу пиццу в духовку, разогретую на 180 градусов, вверх-вниз, без конвекции. Вот такая красивая и сочная, очень аппетитная пицца у нас с вами получилась. Всем приятного аппетита!